администрации города Имбирска Захар Владимир Николаевич готов прокомментировать, ответить на вопросы. Первое, мы очень благодарны миссии УНОЭФ за честные закупки, потому что это мероприятие я рассматриваю как свое дело подсказки, помощи и учебы, потому что вот сказала сейчас Аня, да, то есть у нас гости из Тюмени, мы в этом уже задумывались, о том, что собак надо стерилизовать, идентифицировать и на волю выпускать. Вот. Конечно, для города Бирск это будет, скажем так, очень, скажем так, ново, да, вот, но мы это делать будем. Вот, спасибо Анне, потому что вот она еще раз нашу в этом уверенность эту укрепила. По поводу приюта, значит, я уже говорил в автобусе, что это учреждение бюджетное, и оно подчиняется законам бюджетного кодекса. И те деньги, которые мы тратим на его содержание, да, то есть оно все идет как бы оттуда. Есть штатное расписание, есть там, тут должен быть директор, бухгалтер, должен быть ветеринар, ждать, должен быть сторожи и так далее, вернее, сторожа, медработник и так далее. То есть, отсюда, значит, у нас набирается штатное расписание, оно, как, конечно, будет анализировано, мы критику принимаем, проанализируем и делаем. По поводу строительства, значит, здесь присутствует начальник Бирского улица, он, Антон Ильич, курировал строительство этого. По всем нормам, и та проектная документация, которая у нас есть, на него приют стоил 27 миллионов рублей. Вы видите, что он тут за городом, здесь, значит, место, скажем так, болотистое, не ровное. И в эту сумму входит все. Выравнивание, поднятие грунта, залитие фундамента и так далее. Здание 500 метров квадратных.